Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 55-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». А в этом уроке я хочу вам показать маленький виджет, который делает эффект предзагрузки. Это эффект прелоудера, только он идет как бы в баре, то есть на верхушке нашего сайта. То есть смотрите, я обновляю страницу, и вы видите, сейчас пробежала такая желтая полоса. Это вот и есть эффект предзагрузки. Наверное, вы такое часто видели на сайте. Это, в принципе, разновидность прелоудера. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим данный виджет. Виджет имеет мало настроек, вы его перетаскиваете просто на холст. И имеем вот такие вот небольшие опции. Color – это получается вот эта вот полоска, которая пробегает, какого цвета ей быть. Назначаете свой. Opacity – это прозрачность для данной полоски, если нужно, чтобы через нее просвечивал ваш контент. Вот это толщина полоски. Двойка – это достаточно маленькая. Чтобы ее хорошо разглядеть, давайте я вот сделаю 50. А максимум, кстати, можно сделать только 10, да, толщиной. И вот эта вот дистанция – это отступ от верхней части браузера. То есть, смотрите, вы можете, например, написать 100, отступ 100. Сделать ее прозрачной, например. Вот смотрим. Вот видите, где пробегала полоска желтая? Уже гораздо ниже. Ну, вообще, изначально она должна быть на самом верху. Поэтому я здесь оставляю 0. Вот, в принципе, такой маленький виджет, но достаточно полезный. Может быть, кому-то пригодится. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.